Приветики, мои хорошие, сегодня я снимаю опять для вас влог. Зачастила я с влогами, не знаю, прям хочется мне для вас что-то снимать. Сегодня просто будет мой день. Вечером мы с мамочкой хотим пойти погулять и немножко пошопиться, а сейчас я буду заниматься спортом. Наконец-то я взялась за это. Через пару месяцев я буду блистать огромной попой классной, талии. И буду просто красотка. Я немножко на самом деле набрала. Ну как немножко, 4 килограмма. Я хочу их сбросить. Может быть, даже буду снимать для вас неделю худеющего человека. То есть каждый день по кусочкам снимать, как, что, куда я иду, что я делаю. А потом все это соединять в один большой видос. Ребята, я хотела поделиться с вами, что с недавних времен я начала заниматься спортом в домашних условиях, и хотела вам порекомендовать тоже. Я много ем, снимаю мукбанки, и это не очень сказывается на моей фигуре, и тем более я постоянно, знаете, листаю Инстаграм, я вижу там идеальную фигуру, и постоянно у меня слюнки, я думаю, вот, я тоже хочу такую фигуру, я тоже хочу такую попу. Ниже, еще ниже. Держим так ноги. Да, будет сложно. Делаем ножницы. Раз, два, три, четыре. Чувствуете, как пресс сжимается? Да. Два. Еще я вас научу утром на голодный желудок делать вакуум. Это вообще офигенное упражнение. Он полностью собирает вот внутри вот мышечный каркас. Например, внутренняя часть бедра. Сейчас будем это делать. Поднимаем ноги. Это внутренняя часть бедра. У нас там мышцы, они у нас только приводятся в тонус. Их раскачать никак невозможно. Но приподнять их, чтобы они были в тонусе, чтобы они были гладкими, красивыми. Сейчас я вам покажу одно упражнение. Поднимаем ноги. Ходить в спортзал, я не знаю, открыты ли сейчас спортзалы, потому что на данный момент карантин, да и вообще не хочется в лишний раз выходить из дома, так как вирус и все такое, эта проблема не решена, поэтому я стараюсь по минимуму выходить из дома, и даже в рестораны я не хожу, как вы заметили. Вот, вы можете заниматься дома, онлайн, как делаю это я. Специально для моих подписчиков Джаля делает скидку, у нее курс стоит 25 манат, но вы можете купить за 20 по промокоду Айка Эмили, если вы скажете этот промокод, она вам сделает скидочку, и вы обретете нереально крутую фигуру. Она сама прям недавно родила, но видели бы вы ее, какая идеальная у нее фигура, подтянутая, красивая, все в меру. Вы можете купить как индивидуальное занятие, так и групповое. Также это очень удобно, если, например, вы поехали на дачу, или вы находитесь не дома, спортзал далеко, и вы думаете, ой, да ладно, не пойду, ничего, сейчас не могу, на этой неделе я на даче, на следующей неделе. А здесь такая система, что вы можете заниматься в любой точке нашей планеты. Главное, чтобы рядом был интернет. Также плюс заниматься именно у Жали заключается в том, что вы можете в любой момент ей написать, проконсультироваться насчет питания, насчет тренировок, у вас что-то болит или что-то не получается. В любой момент в WhatsApp можете ей написать и получить квалифицированную помощь. У меня уже сейчас, если честно, очень мало времени. Вся информация внизу, пишите ей, узнавайте подробности, а я побежала заниматься. Еще есть такой цвет. Какой лучше? Мне понравилась вот такая вот сумочка классная. Или вот такая.
наконец-то уговорила пару штук мерить, пару кофточек. Надеюсь, что что-то понравится. Смотрите, какая юбка интересная. Сзади вот так вот. Мне кажется, очень интересно. Мама говорит по-дурацки. Сезон уже прошел, но очень круто, мне кажется. Это классная сумочка, такая миниатюрная, маленькая. Мам, как тебе? Вот это тоже мне нравится. Мама думает, ужас, но мне нравится. Выбор моей мамы. Для меня. Вот такой вот есть. Вот такой у меня есть. Вот такая вот штука, комплектик. Брюки, кофта. Такая мне нравится, но она не по сезону немного. Совсем не по сезону. Папа, интересная сумка розовая. Здесь еще. Сумку можете взять такую классную. Вот такая интересная сумочка. Мне нравится. Мама думает, что это ужас. Значит, я про издевалки. Сейчас будем мерить все, что я выбрала. А выбрала я два таких комбинезона. Вот. Такой вот еще. Не знаю, как правильно называется. Тоже, наверное, комбинезончик, да? Красный. Хотя красный не очень люблю. Еще вот такое вот платье. Нежного такого цвета. И к нему ремешочек выбрала. Сейчас одену и покажу вам. Мне нравится, что здесь топорщится. Вот так вот. Хотя я еле в него влезла. У кого такие бока? Непонятно. Нет, не мое однозначно. Очень мне понравилось, но у меня маленькое. Смотрите, что это такое. Но мне очень нравится. Больше размера нету. Это 38. К сожалению, была на скидке. Было бы очень выгодно ее взять. Что делать с этим? Именно в бедрах большая мне. Ой, маленькая. Шаль. Я похожа на бойца с умом. Мне не нравятся такие плечи. Это как-то грубо выглядит со стороны. Нету, мам? Я прям такая баба. Баба-мужик. Нет, не мое. Вот над этой я думаю, кстати. В принципе, мне нравится. Тут еще так-то завязать надо. Мы уже в парке. Вот моя мамочка. Она просила ее не снимать, так я ее не снимаю. Я очень-очень-очень устала. Ребята, мы сейчас в парке. С мамочкой немножко хотим посидеть у фонтана, помечтать, подышать свежим воздухом и потом направиться домой. Вот. Еле купили маме что-то, что не мерит. Говорит, не надо, у меня все есть. Я говорю, мама, я плачу. Мама, успокойся, возьми. Ой, у меня все есть. Возьми себе что-нибудь. Вот тебя, не знаю, там в комментариях обсирают, что ты ходишь в одном и том же. Купи себе что-то. Я говорю, мама, да ладно, говорю, подписчики все равно будут, не знаю, найдут какую-то причину, чтобы обсирать. Вот. И всегда у нас так, всегда мы заставляем маму что-то покупать. Она всегда думает только о нас с братом. И это уже изрядно поднадоело нам. Уже силой просто покупаем ей что-то. Вот. И дело не в том, что ей не нравится, ей всегда жалко денег. Она говорит, лучше ты себе что-то купи. Лучше, не знаю, там фоточки для Инстаграма, не ходи в одном и том же. Люди уже пишут. Я говорю, господи, мама. Люди все равно будут писать. Вот, люди не такое пишут. Вот, так что вот так вот, ребята. Теперь мы особо ценим свободу после карантина. Для нас фонтан — это что-то с чем-то. Вода.
боюсь и подумать. Маме. Больше находим, тем полезнее. Мы чуть походили, теперь опять сели. Нам бы сейчас мороженое, какой-то гамбургер. И просто дела супер. Вообще больше надо ходить. После карантина я поняла, что я просто поднимаюсь на свой этаж. Я живу на достаточно высоком этаже. И просто задыхаюсь, как бабушка. Поэтому, хоть мы живем и в городе, нужно ходить. Хотя бы вокруг дома, хотя бы вечером, когда хорошая погода, с мамой. Да, маме? Да. По магазинам. Да, солнышко, скажи еще раз, да, солнышко. И только громче. Пусть тебя услышат. Да, солнышко. В общем, вот так вот. Купили немножко клубники, но она прям такая, знаете, не особо свежая, в темноте не заметили. И здесь еще немного купили алчи. Тоже не очень, знаете, такая классная, поэтому взяли совсем чуть-чуть. Ну все, мы уже дома. Время уже 11, и сейчас я вам покажу, что мы купили. Я очень хотела эти комбинезончики, или как правильно, вот джинсовая юбочка с такой вот штукой. Но, к сожалению, моего размера не было, а тот, который на меня налазил, мне не понравился. Как-то странно топорщился со стороны, поэтому особо много чего я не купила. Сейчас покажу, что именно я взяла. Еле-еле с общими силами мы маме купили вот такую вот кофточку. Стоила она, по-моему, 25 манат. Здесь такой интересный орнамент, сидела классно. Я хотела на маме показать вам, но мама сказала, не надо, я стесняюсь, вся полная. А вот здесь такие блестяшечки, но я думаю, это вам не очень интересно. Ребята, я еще купила себе вот такую вот обувь. Мне кажется, спускаться вниз, там, в магазин, туда-сюда удобно, и вы будете в шоке, почем я их купила. Они очень мягкие, знаете, такая кожзам очень приятный. И стоили они всего 7 манат. Купила, где я купила? В Родриго. Помню, так там называется. Вот, так называется магазин Родриго. Вот, это сеть. Вы тоже можете себе купить. Ничуть не рекламу, купила за собственные деньги. Там были разные оттенки, я вам показала. В общем, осталось довольна, они клевые, но не знаю, насколько они долго будут служить. Здесь я, конечно, немножко сомневаюсь. И купила себе ночнушку. Ребята, она, правда, кажется, ну, такой простенькой, но настолько приятная к телу. Она была в такой коробке. Коробки, правда, там же и оставила. Поэтому, к сожалению, вам не смогу сказать фирму. Вот, и в Нью-Йоркере смотрела, там ничего не выбрала. Вот, кажется, она обычная, да, абсолютно обычная, но она настолько приятная, прям хочется трогать. Это просто нечто, материал такой классный. Я заметила в прошлый раз, когда Фатя у меня оставалась, что она меня попросила дать ночнушку, я поняла, что у меня нету. Настолько дико, что у меня ничего нету, что можно дать подруге. Поэтому я решила купить себе несколько ночнушек. Вот так вот, ребят. А здесь мы пьем чай. Я, как всегда, чай и фрукты. Здесь алча, правда, не такая крупная, как в мукбанке было. Но с солью самое то. Вот что-то так вот. Неудачно купили все. Неудачно, да, согласна с мамой. Неудачно купили. И клубника какая-то кривая, косая. И алча тоже, потому что уже темно было. Вот, обманули.